Вот так варится наше национальное блюдо, которое известно другим народам под названием бешбармак. Ну, сами казахи называют просто еть, что в переводе означает мясо. Ну, вот такое вот шикарное зрелище. Большая кастрюля, и в нем варится вот полная кастрюля еды. Вот так казахи готовят угощение. Ну, можно даже сказать, что это жертвенное угощение.